Так что Мачу-Пикчу не ради красного словца прозвали «город в облаках». Можно себе только представить, как мачу-пикчунские прорабы орали на древних гастарбайтеров. Но построено все нереально качественно. Обтесанные камни сложены без всякого раствора, а руинами город не назовешь. Над фундаментом серьезно потрудились. По склону бесчисленные террасы. От них сама гора похожа на пирамиду. Наверное, без террас, серьезно укрепляющих грунт, Мачу-Пикчу давно бы сполз в Урубамбу. От всей этой мистической атмосферы голова идет кругом. Хотя, может и от того, что кислорода в реальной атмосфере на высоте маловато. Но все же тайны здесь под каждым камнем. Гробницы, алтари. Тут в жертву солнцу приносили ламы. Ну, не буддийских, само собой. Вот таких, как эти ламы, которые сейчас спокойно жуют траву. Они у инков были основным домашним животным и средством передвижения. В общем, место явно священное, явно элитное. Типа нашей Рублевки, наверное. Жили тут товарищи царских кровей и верховные жрецы с чадами, домочадцами и прочей челядью и скотиной. Жили-жили, лет 100, может. DJ, DJ, near, near, near.